господин Пушкин, кажется, готов дать согласие. Эполеты. Опять эполеты. О чем ты? Опять пойдут толки? Но почему же он был оставлен здесь? О Дантесе Вильям I не просил государя. Часто ли мы проживаем свою жизнь, а не мнимую? Всегда ли исполняем предназначенное нам? А по-моему, судьба не может быть ни пошлой, ни целомудренной, как мы ее себе представляем. Все ж от Лермонтова ожидала иного. Не знаю, будут ли читать. И что есть любовь? Знаете ответ? Сердцем, кажется, знаю. Святая Анна Закарс, за Севастополь, представление Георгию. Отмененное князем Корчаковым. Семерка бита. Женщины любят только тех, которых не знают. Ваша гордыня велит все переписать. Все книги судеб. Я знал вас цельным человеком, а сейчас передо мной фигляр, кривляющийся на потеху толпе. Друзей, как видно, у него тоже нет. Ты для своей головы смерти не нашел. Ни в бою, ни у барьера. Какой в том смысл, если сам ее продырявишь? Какая-то идиллия, друг мой. Так мы на три голоса и убедим государя. Помнится, раньше он не терпел конкуренции. С возрастом многое меняется, государь. А мы будем вечно завидовать лучшему устройству французских и английских обществ. Так верно, мы были неправы, что не пустили англичан и французов к себе. Знаете ли вы, на сколько шагов били наши ружья? Сила на 300. А штуцерные английские? На 1000. Вы считаете меня виновным в Крымской войне? Ни один народ не ставит цель убить сам себя. Даже ради свободы, равенство, братство. Настоящая свобода не требует процентов по векселям. Ужасный сон! Россия снилась мне, неслась в обрыв, запряжена квадригой бесов. В наши дни цензура более рекомендует, нежели запрещает. Дуэль! Не правда ли? Так установим же правила. 20 лет без пера в руке не все одно, что 20 лет без пистолета. Мне кажется, вы забываетесь. Господа! Господа! Их надо остановить сей же час. Саша! Саша! Уж лучше бы тогда все было кончено. Тогда. Господь с тобой! Что ты говоришь? Вы не страшились смерти, но страшите жизни. Зачем вам сердце, если вы не живете им? Ненавижу всех! Ненавижу вас всех! Уверяю вас, они стояли у барьера. Кто-то же должен о сём поведать, пусть и с долей вымысла.